Слушайте, очень сильно веселят мужчины, которые говорят: да, я изменяю своей жене, потому что я по природе животное. У нас животные инстинкты такие. Ну окей, а где другие животные инстинкты ваши? Ну типа, увидел друга на улице, подбежал, понюхал ему под хвостом. Вот эти животные инстинкты. Увидел какашку засохшую на тротуаре, подбежал, схавал ее. Давайте, ведите себя полностью как животные, не сдерживайте себя. Хотите, мы тоже будем вести себя как животные. После секса откусывать вам башку будем. Надо вам такое? Или, может быть, останемся людьми? А? Вот и все, вот и все. Ой, как мне нравится, когда женщины хотят что-нибудь умное сказать, но получается как обычно. Ну, окей, я вот наблюдаю за своей кошкой, и она у меня почему-то не ходит, ничего не нюхает, и какашки никакие не ест. Причем здесь это? Давайте вести себя как кошка, да, она говорит. Окей, она лежит целыми днями, спит, играет, срет и больше ни хера не делает. Ну чем мне жизнь? Кайф, тебя еще и гладят, за тобой ухаживают. И говорит, давайте мы тоже будем вести себя как животные. И привела в пример насекомое богомола. Богомол — это не животное, это насекомое. Женщина, ау, очнись. А вот изменять — это плохо.